Привет всем человекам! Я Снежана Туманова, ваша лучшая погодная девочка. Неделя у нас короткая, а о погоде рассказывать надо. Слушайте внимательно. Начнем со Ставрополя, где температура будет от плюс 9 до плюс 1. Ожидается небольшой дождь, а ветер достигнет 5 метров в секунду. На Кавминводах термометр покажет от плюс 8 до 0. Также прогнозируется небольшой дождь с ветром, достигающим 4 метров в секунду. Дивное ожидает нас с температурой от плюс 8 до 0, облачной погодой и ветром до 6 метров в секунду. В Буденновске температура будет от плюс 8 до плюс 1 при пасмурной погоде, а ветер 4 метра в секунду. Черкесск приветствует нас теплом от плюс 11 до минус 3, с небольшим дождем и ветром до 5 метров в секунду. В Домбае ожидается снег, а температурный диапазон составит от плюс 5 до плюс 1. В Нальчике термометр покажет от плюс 8 до 0, с небольшим дождем. Тырныауз порадует нас температурой от плюс 9 до 0, облачной погодой с прояснениями. Владикавказ поднимется до плюс 12, а температурный минимум составит 0. Ожидается небольшой дождь, а ветер 4 метра в секунду. В Феогдоне температура будет от плюс 12 до минус 1, с небольшим дождем и ветром 3 метра в секунду. Грозный радует нас температурой от плюс 8 до плюс 1, с небольшим дождем и слабым ветром. Махачкала ожидает тепло от плюс 7 до плюс 4, с небольшим дождем и ветром 4 метра в секунду. И, наконец, Дербент покажет нам температуру от плюс 8 до плюс 2, облачную погоду с прояснениями. На этом о погоде все. Начинаем готовиться к празднику. Я Снежана Туманова, скоро увидимся, дорогие человеки.